Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я расскажу, как я заказывала бисер в интернете. Меня спрашивают, где я заказываю. Я нигде не заказывала бисер. Я давно работаю с бисером, поэтому есть запасы. Но меня все время спрашивают, где я заказываю. Я решила первый раз заказать через интернет. Покажу, какой я бисер заказала и с чем я столкнулась. Это будет наверняка для новичков ролик, потому что наверняка кто-то заказывает и это умеет. Помните, двинься. Вот я заказала бисер. Мне его выдали в таком пакетике. Мне очень понравилось, потому что в течение 5-7 дней заказ приходит, и приходит сообщение, я иду, пошла и выбрала. Мне, конечно, помогли, потому что первый раз я это делала. Фонти, вот, Фонти, я тебе, Фонти. Мне выдали в таком пакетике. Вот это мое богатство. Я вам расскажу, дело даже не в том, что я купила. Расскажу, с чем я столкнулась. На разных сайтах, вот в этом сайте, где я заказывала, был вес бисера. Мне это очень понравилось, потому что там пишут 5 грамм, 10, 15, 50 грамм бисер. И это очень удобно. А вот в других сайтах показывают вот такой пакетик. Вот такой развесной пакетик. И не написан вес. Я даже читала комментарии. Женщины пишут, мастерицы, что им все нравится, но хотели бы, чтобы бисера было побольше. И в самом деле никто не пишет, вот, не пишет вес даже в комментариях. Только говорят, что бисер понравился, и только думали, что больше-меньше. Или в рассыпную. Сфоткано рассыпную. Тоже не написан вес, сколько бисеров. Написано в штучках, там 2000, 1000. Поэтому я советую то, что советую. Берите фабричную упаковку. Вот я в фабричной упаковке, я знаю, что тут 50 грамм. И если вес не написан, то берите фабричную упаковку. 50 грамм, где-то 20. Наверняка вы покупали в магазине. И если вы будете брать фабричную упаковку, вы не ошибетесь в цене и весе. Мне это, вот этот бисер в 3 раза дешевле получился, чем я бы купила бы в магазине. Поэтому мне тут понравился. На этом сайте предлагает 11 цветов. Скажу, что выбор небольшой. Но десятку, вот 11 цветов, этого достаточно для начинающих. Вот я заказала себе, именно попробовала. Так что обратите внимание на вес. Если в рассыпную, там просто рассыпную, или вот так в пакетиках, очень опасно брать. Может быть и 5 грамм, и 10. И тогда, конечно, если вы получите мало бисера, и, конечно, расстроитесь. Вот такой опыт. Есть вот такие пакетики. Главное, надо заказывать фабричную упаковку, если не написан вес. Вот такие цвета я купила и рассказала про свой опыт приобретения бисера через интернет. Может, кому-то пригодится. Конечно, мне помогали. Это было первый раз, что я заказывала бисер через интернет. Но вот именно на этом сайте мне понравилось. Но вообще-то ищите, где показывают фабричную упаковку. Тогда вы точно будете знать, сколько чего вы покупаете. До свидания!